Всем привет, мы продолжим на том же моменте, когда из подвала кто-то вылезает. Они приближаются, быстрее прячьтесь в шкафах или гостиной. В шкафах. О, сюда прям? Прям сюда, да? А, вот, мы типа спрятаны. Ну там все остальное. Кто такой? Папа там. Он ушел наверх. Иди в подвал. Куда? А, где? А, вон туда. Там подвал. Там подвал. Подвал, в подвал. Вон, что мне тут? Там деньги. Кто будет? У нас уже 50. У нас уже 50 долларов. Пытаются вломиться, защищай подвал. Если вломиться. А как защищать подвал? Откуда у них оружие? Нам придется переночевать здесь. Были бы 3 спальных мешка. Если их нуждающимся, это будет очень холодно ночь. Так, уже все можно? Пойди из подвала. Так, мы вышли из подвала. Так, открыта дверь. Одна дверь была взломана, это может найти. Закончили запас. Вот это тут разгромило все. Выйди за дверь и найди продуктовый магазин. А, вон он, продуктовый магазин. Бежим к продуктовому магазину.
Нужно тебе перепрыгнуть через это, я уже знаю. Ой, ну пой. Аккуратненько. Песенки. Вообще март. Нажму. Становится темно. Бежим. Иди домой, пока мы не закрыли дверь. Вот тут какой-то сильный место. Вот тут написано 15-2. Наверное, потому что там моя кровать. Прикольно. Так. Тоже. Я случайно это сделала. Ай, ай, ай. Ай, 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 ай. Так, сейчас уже очень темно. Да. Темно. Иди в магазин. Иди в магазин. Я думаю, мы закажем пиццу на ужин. Скоро будем. Ура! Пицца с помощью. Займи место за столом. Ура! Стол, стол, за столом. Я уже готов. Хороший. Человек пицца не очень хороший. В смысле? Открываем дверь. Какой-то человек. Три пиццы принес. Вау. Вообще пицца. Да. Это что? Тут пицца. Пицца все-таки принес. Что там происходит? Он бежит сюда. Выбили из него всю душу.
Ну что ж, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. У меня не было оружия, поэтому не мог видеть. Я не знаю, где можно взять оружие. Вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока. Хорошая работа. Всем пока.